Good English to everybody. Хорошего всем английского. С вами Татьяна, и сегодня мы изучаем чтение английских гласных в открытом слоге. И также познакомимся с транскрипцией, без знания которой вам будет трудно усвоить все многочисленные правила чтения английского языка. Также советую досмотреть данный ролик до конца. В конце этого видео я дам вам домашнее задание на закрепление материала. Итак, что же такое открытый слог? В русском языке это слово «да». Один открытый слог заканчивается на гласную. Или слово «папа». Два открытых слога «па-па». В английском языке открытый слог также оканчивается на гласный звук. Например, слово «he» – «он». «Go» – «ходить». Гласные буквы читаются так же, как в алфавите. «И», «хи», «эу», «гэу». «И», «хи», «эу», «гэу». Итак, гласная «эй» читается как в алфавите. «Эй». Слова. «Name» – имя. «Кейк» – торт. «Лейк» – озеро. «Плейн» – самолет. «Скейт» – кататься на коньках. Буква «и» в конце слова не произносится, но она нам указывает, что этот слог открытый. «Name». Итак, учимся записывать транскрипцию слов. Если вы научитесь это делать, вы с легкостью запомните правила чтения, а также сможете читать транскрипцию слов в словаре. Слово name, гласная A читается так же, как в алфавите. N, A, M. Буква «и» не читается и не пишется в транскрипции. Слово «кейк» – «к», «эй», «к», «кейк». Слово «лейк» – «л», «эй», «к», «лейк». Слово «плейн» – «п», «л», «эй», «н», «плейн». Слово «скейт» – «с», «к», «эй», «т», «скейт». На данное правило существует два исключения. Слово «have» – «иметь» и слово «was» – «ваза». Буква «эй» в этих словах читается по-другому. «Have» – «was». Следующее гласное «и» читается в открытом слоге так же, как звучит в алфавите «и». Итак, слово «he» – один открытый слог. «H» – «и». «Он» переводится. Слово «be» – «быть» – также один открытый слог. «Б» – «и». Слово «we» – «мы». «У», «и», «we», «me» – «мне», «меня», «м», «и», «me». Слово «see» – «видеть».
S E C He Be We Me Си. Следующая гласная Оу произносится в открытом слоге так же, как в алфавите. Оу. Гэу. Ходить. Пишем. Г. Эу. Гэу. Нэу. Нет. Н. Эу. Нэу. Хэум. Дом. Х. Эу. М. Хэум. Буква И в конце слова не читается и в транскрипции также не записывается. Нэут. Записка. Н. Эу. Neut. Steun. Камень. С. Т. Эу. Н. Steun. На данное правило существует также несколько исключений. Слова love. Любить. Dove. Голубка. Сам. Несколько. В этих словах буква «эу» читается как краткий звук «а». Лав, дав, сам. И еще два слова исключения. Слова «мув» – двигаться и «прув» – доказывать. Здесь буква «оу» читается как долгий У. Move. Prove. Переходим к домашнему заданию. Предлагаю вам самостоятельно написать транскрипцию данных слов. Проверим мы ее в следующем видео. Удачи вам в изучении английского языка. Goodbye. See you soon.